Лию. Здесь тоже училась, получила педдиплом по преподаванию Танаха. И уже очень давно преподаю все, что связано с иудаизмом, и писала пособие, делали вот серию учебников Даркейну для школ, еврейских школ в СНГ по традиции, по Танаху. А в настоящее время я в основном занимаюсь преподаванием иврита, ну и что-то перевожу, редактирую, пишу. Вот. Я включил запись, можно как бы начинать, мне кажется. Потому что... Хорошо, тогда начнем. Ну, всем здравствуйте. Я думаю, наверное, в этой аудитории не нужно объяснять, что такое Талмуд, да? Я просто не очень знаю, с какой аудиторией я сейчас разговариваю, поэтому если вам что-то очевидно из того, что я говорю, или наоборот, совершенно непонятно, вы мне сразу говорите. И вообще я хочу, чтобы это занятие было в, да, в режиме диалога. Я даже не прошу никого отключать микрофоны, там, ставить на мьют, пока нет никаких фоновых шумов, потому что да, я буду задавать вопросы, и я хочу, чтобы вы реагировали. Окей, значит, в Талмуде, в трактате Брахот, как было сказано, на листах 55-56, мудрецы задаются вопросами о том, что такое вообще сны и как к ним относиться. Ну, да, мы знаем, что талмудическая Агада занимается самыми разными вопросами, от самых философских до каких-нибудь, не знаю, там, медицинских или кулинарных рецептов. Вот тут вот речь как-то ассоциативно заходит про сны, и идет, да, целые два листа Талмуда подряд посвящены тому, что разные мудрецы разных поколений думают о природе сна, о том, как относиться к снам, да, значат они что-то или они ничего не значат и так далее. И тема очень интересная, противоречивая. Насколько она противоречивая, можно увидеть вот уже из... вы сейчас видите, да, экран. Вот. Здесь есть несколько высказываний одного мудреца, Рава Хизды, очень знаменитый мудрец. И вот что он там, они идут просто сплошняком, да, несколько высказываний одного мудреца подряд, и вот что он пишет. Это не все, это избранные из этих высказываний. Сказал Рав Хизда, неистолкованный сон подобен непрочитанному посланию. Что это значит? Да, мы подробно, мы каждое из этих высказываний мы разберем как раз в ходе этого занятия. Сейчас мы не будем на этом останавливаться. И сказал Рав Хизда, хороший сон не исполняется полностью, и дурной сон не исполняется полностью. И сказал Рав Хизда, дурной сон лучше, чем хороший сон. Да, звучит довольно парадоксально. И сказал Рав Хизда, это в продолжение предыдущего высказывания, он поясняет, почему дурной сон лучше, чем хороший. Дурной сон печали ему, довольны ему, печали его, довольны ему, а хороший сон радости его, довольны ему. Что это такое, мы опять же поясним дальше. И сказал Рав Хизда, дурной сон хуже побиения палками. Да, что звучит странно, входит в противоречие с высказыванием о том, что дурной сон лучше, чем хороший сон, вроде бы. Вот, то есть здесь у нас есть набор высказываний, которые, в общем, довольно противоречивы. Да, так хорошо, что такое дурной сон, что такое хороший сон, хорошо это или плохо, исполняются они или не исполняются, или там, подобен непрочитанному посланию. Даже вот в рамках высказываний одного мудреца мы видим довольно такой широкий спектр мнений. А если добавить к этому и высказывание мнения других мудрецов, мы видим, что да, он становится еще шире. И сейчас мы подробно поговорим обо всех этих высказываниях. Если есть уже какие-то вопросы или какие-то мысли по поводу, то можно меня прерывать всегда и высказывать. Да? Алина, скажите, а сон одно слово в иврите или есть разные? Да, есть слово халом. Да.
Обычно говорят халом. Но есть сон как процесс, ну то есть не-не-не, тут не имеется в виду сон, который видят. Видение. Да? Сон, который процесс, шейна, да, но здесь про него вообще не говорят. Тут имеется в виду именно халом. Да? Да? Другого слова, по-моему, в иврите нет, именно для того, что мы видим, да, во сне. И я так условно разбила вот то, что появляется, идеи, которые появляются на этих листах трактата Брахот, на несколько таких подразделов. И вот первый я назвала «Мекина или зерно». Да? Что ж такое сон? Есть в нем смысл, да? Он зерно или он мекина, и, то есть да, ерунда, на которую не стоит обращать внимания. Вот. И вот мы возвращаемся к одному из высказываний Рава Хизды. Сказал Рав Хизда: хороший сон не исполняется полностью, и дурной сон не исполняется полностью. Вот. То есть Рав Хизда говорит, что в снах, в любых снах, хороших или плохих, есть смысл. Да? Действительно, сны — это не ерунда, на них надо обращать внимание, они могут сбыться. Но всегда в любом сне есть какой-то элемент, да, ерунды. Ни один сон не исполнится полностью вот ровно так, как он приснился. Да, или если он что-то означает, если там есть какие-то вещи, которые имеют смысл, то наряду с этим есть какая-то, да, что-то, что смысла не имеет. И вот дальше на ту же тему. Шмуэль, вы знаете, да, знаменитый мудрец Шмуэль. Наверное, слышали пара Рав и Шмуэль, вавилонские мудрецы знаменитые. Вот Шмуэль, когда видел дурной сон, ну, что-то плохое видел во сне, говорил он цитатой из книги Захарии: «Сны пустое рассказывают». Да? Когда же видел хороший сон, то говорил он так: «Разве сны пустое рассказывают? Вот ведь написано: во сне говорю с ним». Это тоже цитата из книги Бемидбар. Как нам это понимать? То есть Шмуэль как бы все время с помощью цитат из Танаха как бы трактует то, что с ним происходит, себе во благо. Да? Если это плохой сон, то вот есть цитата про то, что сны — это ерунда, и не надо обращать на них внимания, и ничего не сбудется. А если он видел хороший сон, тут говорил: ну вот же есть цитата Танаха о том, что да, сны — это когда Бог, во сне говорю с ним, это от имени Бога, да, что Бог говорит во сне с человеком, это значит сон вещей, и, конечно же, он сбудется. Вот. И как нам к этому относиться? Как к какой-то такой хитрости Шмуэля, или, может быть, в этом есть что-то более глубокое, как бы, что-то, кроме такой подмены понятий. Как вы думаете, как можно примирить вот два этих мнения? А вы можете еще раз повторить? Ну вот Шмуэль, когда видел плохой сон, он говорил: сны — это ерунда. Вот в книге Захарии написано: сны пустое рассказывают. Не нужно обращать внимание на сон, он не сбудется. А когда он видел хороший сон, который, да, он хотел, чтобы этот сон сбылся с ним наяву, вот, он говорил, что вот сны — это очень серьезная штука, это вещий сон, потому что сказано в книге Бамидбар: «Во сне говорю с ним». Сейчас мы посмотрим подробнее эту цитату, откуда она. Ну, понятно, что цитата от имени Бога. Да? Бог говорит с кем-то во сне, то есть сбывается. И как мы можем примирить два этих высказывания? Так, сны — это пустое, или сны — это... Можно ответить? Да, конечно. Я думаю, что примеряет фраза «по вере вашей, да будет вам». Если я не хочу верить, то я думаю, что не сбудется. Это интересное мнение. Мы еще о чем-то близком к этому поговорим. Но нет, здесь Шмуль, пожалуй, имеет в виду не это. Он имеет в виду, что есть как бы объективно. Можно мне в сторону немного заметить, что точно так же, как Бамидбар говорится о пророческом сне, так же и в Захарии Хромот Шам и Саперу говорится о уже пророках. Они рассказывают
там тоже о каких-то своих снах, да, которые на самом деле пустые, и это не ответ, это как бы замечание в скобках. Это как раз-таки ответ и очень в точку, да? Потому что если мы посмотрим полностью на цитаты, откуда вообще взяты эти две цитаты, то действительно, в книге Захарии «Расширенный контекст» говорится про идолопоклонников и лжепророков и всяких там колдунов и чародеев, которые занимаются всякой ерундой, запрещенной Торой. Да? Вот, полностью цитата вот так звучит. «Ибо Терафим», что такое Терафим, сейчас не будем говорить, но это вид идолов, знаешь, «ибо Терафим говорили тщетное, и чародеи видели ложь, и сны пустое рассказывают, суетой утешают, поэтому бродят они, как овцы, кричат, не имея пастыря». Имеется в виду вот все вот эти вот идолопоклонники, да, и так далее. Вот. Цитата из Бамидбар, в каком контексте она появляется, вот полностью этот пасук звучит так. «И сказал он, Бог, да, слушайте слова мои, если и бывает у вас пророк, я, Господь, в видении ему открываюсь, во сне говорю с ним». Да, то есть более-менее понятная идея, что бывают сны действительно пророческие, которые исходят от Бога, а бывает ерунда, которая не исходит от Бога, и вот таким снам видеть не надо. Верить не надо. Другое дело, что Шмуэль почему-то считал по определению, что когда сон плохой, то это ерунда. Да? Когда сон хороший, то он от Бога и должен сбыться. Ну, в общем, а почему бы нет? И вот Рава, да, он как раз сталкивает два этих стиха и объясняет, да, что в этом нет трудности. Одно говорит о снах, посылаемых ангелом, а другое о снах, посылаемых бесом. Ну, ангелы и бесы – это тоже отдельное понятие, на котором мы не будем останавливаться, но понятно, что одно исходит, да, с правильной стороны, а другое со стороны, которая называется ситра-ахра, да, другая сторона какая-то. Это ни в коем случае, хочу тоже в сторону, да, бесы – это не то, что противостоит Богу, потому что в иудаизме такого нет, да, нет какой-то отдельной сущности, которая противостоит Богу. Ну, все от Бога. Но от Бога может быть через ангелов, а может быть через бесов. Да? Более-менее понятно, что я сейчас сказала? Окей. Вот. И теперь мы дошли до Мекины и зерна. И тут появляется еще одна цитата из книги Ермияу. Такая цитата. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает сон. А тот, с кем слово мое, пусть говорит слово мое истинно. Что общего у Мекины с чистым зерном, говорит Господь?» Мы не будем вдаваться в смысл этого стиха, да, тут говорится про разные виды пророчества, там, более чистые, менее чистые, но главное, что в контексте сна упоминается мекина и чистое зерно, и мудрецы Талмуда уже спрашивают, почему зерно и мекина упомянуты в связи со сном, и сказал Рабби Йоханан от имени Рабби Шимона бен Йохая, знаменитый персонаж Рабби Шимон бар Йохай: «Как не бывает зерна без мекины, так не бывает сна без пустых слов». Ага. Значит, у нас вот было мнение о том, что бывают сны, вещи пророческие, которым надо верить, а бывают сны пустые, которым верить не надо. А тут такое есть как бы объединяющее мнение, которое говорит, что да, в одном и том же сне есть и зерно, и мекина, и часть сна имеет смысл и может сбыться, а часть сна — просто, да, ерунда и какие-то выборки человеческого сознания, которые неизбежно приплетаются даже к любому вещему сну. Вот. По этой части про мекину и зерно есть вопросы какие-то? Или а как определить, что он хороший и плохой сон? Ну, как определить, да, хороший или плохой? В общем, каждый человек, наверное, когда просыпается, он может понять, снилось ему что-то хорошее или плохое. Я думаю, что они тут говорят исключительно об ощущении. Да? Человек чувствует, снялся ему хороший сон или плохой. А как определить, где мекина, а где зерно?
А вот это вот сейчас мы еще об этом поговорим, да? Немножко позже. Вот как определить, где мекина, а где зерно, это самое сложное. В следующей части занятия мы об этом поговорим, а пока мы, запомните этот вопрос, он отличный, пока что мы поговорим вот о том, все-таки что же лучше, дурной сон или хороший. Вроде бы, казалось бы, ну, понятно, что хороший сон видеть хорошо, да? А дурной сон видеть плохо. Ну, казалось бы. Но Рафхизд говорит обратное, да? Говорит, дурной сон лучше, чем хороший сон. И прежде чем мы это разберем, как вы это понимаете, как вы думаете, почему? Почему это вообще может такое быть? Почему Рафхизд мог такое сказать? Потому что предупреждение, чтобы человек был готов к чему-то, чтобы это, да, не было. Во-первых, да, удары. Действительно. Угу, да. То есть, если человеку снится дурной, плохой сон, то, возможно, он снится именно для того, чтобы он не сбылся. Да, не для того, чтобы он сбылся, а для того, чтобы человек как-то подумал о своих поступках, о своих мыслях, а почему, собственно, ему вот, да, такой сон посылают. И тогда, может быть, этот дурной сон и не сбудется. Мне кажется, Ирина не совсем про это говорила. Она говорила, что про то, что это некоторые предвидения каких-то неприятностей, которые действительно будут сбудутся с ним в будущем, как-то морально подготавливают человека к тому, чтобы он мог как-то правильно на них отреагировать, быть готовым, обдумать. Ну, можно, или, может быть, раскаяться и предотвратить. Вот. Но мне кажется, что такой фатализм, нет, что что-то случится неизбежно, и можно только подготовиться, это не совсем в еврейском духе. Нет, нет, но есть какие-то вещи, которые зависят не от меня. Мне, например, да, вот как минимум 3 раза в жизни, в моей длинной достаточно жизни, я пенсионного возраста, было 3 сна похожего содержания. Я понимала, что будет что-то плохое, но это плохое я на него никак не могла повлиять. Это было решение других людей. Uh-huh. Вот связанное с моим еврейством, меня сначала не взяли туда в аспирантуру, потом на практику за границу. И я не знала, что будет плохое, но я понимала, что что-то будет плохое. Uh-huh. Вот и я уже, ну, да, уже, так сказать, Но это не обязательно, да, не обязательно фатализм, ведь может быть так, что, что вещи, которые от тебя не зависят, это часто бывает по жизни, и тут и не раскаяние не может помочь, не иногда, это мух там, есть такое, есть некоторые вещи, которые происходят с обязательностью, там. Ты можешь только как бы поменять голову, свое отношение к происходящему, может быть, заранее, ну, не знаю, так может быть. Что может это быть тебе... так. Мне кажется, это вполне может быть так, но тогда непонятно, почему сказано, что дурной сон лучше, чем хороший сон. Тогда Рафхизд мог бы сказать, что дурной сон – это хорошо, да? Когда посылают дурной сон, это вас о чем-то предупреждают. Но почему он лучше, чем хороший сон, при этом не очень понятно. Да? Хороший сон все равно хорош сам по себе. Вот, а... Что именно имеет в виду здесь Рафхизда, он примерно объясняет в следующем высказывании. И сказал Рафхизда: дурной сон печали его довольны ему, а хороший сон радости его довольны ему. Не очень понятная формулировка. Может быть, кто-то имеет соображение, что вопрос. Это значит. А кто определяет, хороший или плохой? Ну, если вот человек с сахарным диабетом болеет, ему приснился шикарное мороженое, еще и сверху клубничка. Вот. Mm-hmm. Это плохой или хороший сон? Я думаю, что здесь имеется в виду вот то, что я уже говорила, да, мы уже обсуждали этот вопрос, что тут имеется в виду ощущение человека. Человек просыпается с каким-то ощущением. Вот мне снился хороший сон или мне снился плохой сон. Может, такого ощущения вообще не быть. Он может думать, что, ну, какой-то никакой сон снился, да, ерунда. О таких снах вообще не говорят. Но вот бывают, когда человек четко ощущает, когда просыпается, ой, какой хороший сон, или ой, какой плохой сон, вот он, как бы настроение плохое из-за этого. Да, а если он не может определить, вот как в Берешит мы читаем, и обращается к другим, кто может истолковать? А вот, да, об этом мы поговорим. Когда не может определить и обращается к другим, и зачем обращается к другим, об этом мы обязательно поговорим чуть дальше. Здесь сейчас пока это не обсуждается. Тут даже не говорится ничего про толкование сна. Да? Говорится просто про какие-то ощущения. Вот приснился хороший сон, приснился плохой сон. Вот. Скорее на уровне ощущений, чем на уровне интеллектуального осознания.
Вот. Но это, по мне кажется, это понятно. Бывает такое ощущение, что ты просыпаешься с ощущением, что тебе приснилось что-то плохое. Это то, что я и говорю. Да. И даже иногда фактически ничего плохого во сне, может быть, и не происходило. Да. Я именно об этом и говорю, что это... Но иногда вот именно какая-то простая вещь, которая тебе приснилась, ничего особенного как бы в ней нет, создает ощущение... А настроение плохого. Ужасное. Кажется, что да, вот что-то вот плохое вот такое снилось, да. Я вот ровно об этом и говорю, да. Я себя хочу сказать, что ничего плохого не снилось, но снится все время. Всякое разное снится все время. Ну, да. Я на самом деле, когда люди снятся мне в белом, значит, они хотят меня обмануть. Это проверено. Вы сами себе установили такую закономерность? Проверено. Отлично, это мы запомним. Про это мы поговорим, опять же, про толкование. Давайте поговорим чуть дальше. Очень много. Я не знаю, как их толковать, но черт возьми. Давайте про толкование немножко дальше поговорим, а сейчас пока все-таки вот, да, у нас есть целый раздел про толкование снов, и как они происходят, и зачем, и так далее, и кто этим может заниматься. Вот. А пока что я все-таки хочу, да, может быть, от вас услышать, если есть идеи, что значит дурной сон печали ему, довольна ему, а хороший сон радости его, довольна ему. И это связано напрямую с предыдущим высказыванием, что дурной сон лучше, чем хороший. Что имеет в виду Равхизда, как вы думаете? Нет, идеи... А на иврите как будет звучать? Потому что ну, тут сбивает с толку русский язык. Если честно, у меня сейчас нет перед глазами. Я как-то не приготовила ивритский вариант. Просто. Да, ну, я поищу. Где-то есть, но не прямо сейчас перед глазами. А еще раз можно или длинно? Что? Еще раз можно? Ну вот тут написано, да, вы экран видите? Да, к сожалению, нет, я с айфона. Ничего. Понятно. Значит, сказал Равхизда, дурной сон, печали его, довольна ему. То есть дурной сон, как бы, достаточно его печали. Да? А хороший сон, радости его, довольна ему. То есть достаточно его радости. Ну, хорошо, если идей нет. Может быть... Ну, не знаю, нелогично. Для меня это, ну, не зацикливайся на нем, не очень обращай внимания. Ну, увидел, подумал и дальше пошел. Ну, да, можно так понять. Но можно, кажется, сказать, что это... Да. Угу, пожалуйста. Ну, типа, сверхсилы не будет то, что ты не можешь перенести какое-то там событие. Возможно, это связано еще эмоционально. Ну, как бы человек во сне пережил определенные эмоции, да, и в этом дурном сне эти эмоции, ну, они как бы ушли, и уже даже если это вроде как дурное, оно в реальной жизни, ну, не осуществляется, то есть человек уже прожил вот те эмоции. Вот. Мне кажется, что это очень близко к тому, что говорит Равхизда. Равхизда тут выступает как психолог. Он что он говорит? Почему плохой сон лучше, чем хороший? Потому что если человеку снится дурной сон, то это ему уже, так сказать, там, наказание или, в общем, плохое уже случилось. Именно, да, таким образом, что ему приснился дурной сон. То есть с ним должно было случиться что-то плохое, и ему послали дурной сон, чтобы, например, там, испортить ему настроение на весь день. Он там понервничает, задумается опять же о своем поведении. И это уже то плохое, которое случилось с ним. И больше ничего плохого не случится. Да? И точно так же хороший сон. Да, человеку там, может быть, положено что-то хорошее, но ему уже приснился хороший сон, и вот это уже и есть то хорошее, которое ему дали. И все, больше не, на практике, да, ничего хорошего не произойдет. То есть, во-первых, Равхизда здесь несколько, да, противоречит тому, что мы видели раньше. Говорит, что сны ничего не значат в том смысле, что они не сбываются на практике,
Вот. А во-вторых, действительно, как бы, да, плохой сон лучше, потому что вот как бы все плохое, что было человеку предназначено, уже ушло в этот сон. Как бы, да, оно уже там сбылось во сне. Вот. И это хорошо. Вот. А то, что хорошее сбылось только в виде сна, это как раз плохо. Лучше бы оно сбылось не во сне. Вот. Мне кажется, что вот Равхизду тут нужно понимать вот так. Есть какие-то другие соображения, возражения? Но бывает же, что этот сон не только во сне проявился и реализовался, но а и... А вот он об этом здесь не говорит. Об этом он говорит в другом высказывании. А здесь вот он не говорит о том, что сны сбываются. Говорит, что сны — это чисто психологическая такая штука. Что эмоции, которые вызывает сон, это уже как бы вот, вот его сущность, этого сна. И ничего более реального и материального сны в себе не несут. И да, дальше Равхизда говорит, вот те, кто видит экран, да, следующее его высказывание. Сказал Равхизда: дурной сон хуже побиения палками. Только что говорил, что дурной сон лучше, чем хороший. Да? Тут он говорит, дурной сон хуже побиения палками. Что это значит? А он объясняет, что это значит. Ведь сказано в книге Коэлет: «Узнал я все, что делает Бог, пребудет вовек, к тому не прибавить и от того не убавить, а сделал Бог так, чтобы боялись его». Да? И дальше уже другой мудрец, Раба сын Барханы, комментирует вот это высказывание Равхизды, при чем тут эта цитата. Он говорит, что это дурной сон. То есть тут «чтобы боялись его». Что значит «чтобы боялись его»? Раба Барбархана говорит, что имеется в виду, что Бог делает так, чтобы боялись его посредством посылания плохих снов. То есть вот он посылает человеку дурной сон для того, чтобы человек испугался, да, испугался не самого сна, а испугался, что Бог ему его послал. Вот. И опять же там задумался о своем поведении. Вот. И в этом смысле дурной сон хуже побиения палками, в том смысле, что дурной сон имеет, в общем-то, то же назначение, что наказание с помощью палок. Да, есть разные там наказания по суду, наверное, вы знаете. Да, одно из наказаний, которое может назначить еврейский суд за какие-то грехи, это удары палками. Для чего это делается? Главным образом не для того, чтобы человека наказать, а скорее для того, чтобы человека искупить, да, чтобы не случилось что-то худшее с ним. То есть лучше его побьют, чем на него кирпич свалится. Да? Вот. Ну и опять же для того, чтобы он там задумался, исправился и так далее. Вот он говорит, что в этом смысле дурной сон – это более сильно действующее средство, чем побиение палками. От него человеку даже хуже, чем от физической боли. А смысл у него примерно такой же. Назначение у него такое же, как наказание, которое устанавливает суд. То есть для того, чтобы как-то искупить, исправить, и чтобы ничего плохого на практике, да, не сбылось, ничего худшего. Понятна эта идея? Да, я все время спрашиваю, понятно, непонятно, потому что я вас не вижу, я вижу экран. Без обратной связи очень сложно. Что, пожалуйста, подавайте голос. Ну да, понятно. Хорошо. Если будет непонятно... Хорошо, да, не стесняйтесь только, главное, потому что сложно, не видя людей, не имея обратной связи, вещать в пространство. Окей. И раз уже мы говорили, что тут Равхизда выступает психологом, есть прямо, да, целая батарея высказываний мудрецов, уже разных, мы уже отошли от Равхизды, другие тоже высказывались на тему снов. Вот. Я эту подборку назвала «Мудрецы-психологи». И действительно, да, они тут не говорят о том, что сны значат на самом деле, они говорят о том, что все в голове человека.
вот сказал Раби Шмуэль, то есть не то, что, да, то есть сны действительно там могут даваться свыше, но при этом они зависят от сознания человека. Как это сочетается? Вот сказал Раби Шмуэль Бар-Нахмани, сказал Раби Йонатан, показывают человеку во сне лишь то, что рождается из помыслов его сердца. Ведь сказано, твои, царь, размышления поднялись на ложе твое. Это цитата из Даниэля, мы не будем... Да, она просто подтверждает эту идею о том, что да, на ложе твое, то есть во сне, да, к тебе в голову пришли твои же размышления дневные. Да, и он говорит, что да, не может человек увидеть во сне то, что не появляется в его сознании наяву. Это довольно, в общем, и современная такая концепция. В общем, многие разделяют, да, что, как это есть такое выражение, не помню чье, что сны — это небывалая комбинация бывалых впечатлений. Да? Ничего из того, что человек вообще никогда в жизни не видел, не слышал, не представлял и не думал об этом, во сне ему присниться не может. Мне кажется, что это следующее. А здесь Раби Шмуэль Бар-Нахмани, он имеет в виду, что мысли или ощущения, или запрятанные мысли, которые он в дневное время не дает в них себе отчеты, или не хочет ими заниматься, или только думает о них немного. Ну да, но это две стороны одной медали. А во сне они к нему возвращаются в более явной форме. Да, это две стороны одной медали. С одной стороны, да, это да, то, да, что человек видит, во сне это то, что он, то, о чем он как бы думал наяву. То, что его заботит, на самом деле, на его, явно или не явно. Да. Поэтому, конечно. Да. А следующее поэтому... говорится, что... Да, следующее они... говорится, что да, что то, чего человек никогда не видел, никогда об этом не думал, ему присниться не может в принципе. Сказал Рава, знай, что не показывают человеку во сне ни золотую пальму, ни слона, проходящего сквозь угольное ушко. Интересно, да? Знакомый нам образ, кто-то там проходящий сквозь угольное ушко. Вот слон в данном случае. Это, мне кажется, что здесь есть внутренний парадокс в этом высказывании. Какой? Если он хочет сказать, что человеку не показывают никаких образов, которые он не может вообразить наяву, то он приводит пример именно образов, которые он, да, воображает себе. Ну вот, да. Он имеет в виду, что если человек вот этого никогда себе не воображал, то ему это не покажет. Да, а да. Вот Рави конкретно, может, и покажет, потому да, что он уже об этом думал. Да. Ну, в общем, да, общая идея вот этого всего, помните, как в «Хаджи на средине», не думай о белой обезьяне, да, вот о чем ты думаешь очень упорно, то тебе и приснится, и, да, то, что тебя заботит, а то, чего ты не можешь себе вообразить, то, что человеческое сознание в принципе не может себе вообразить, то не может присниться. То есть что это значит? Что, да, Бог не может вложить голову, в сознание человека, то, чего там изначально нет. То есть может, конечно, но не будет. Алина, что касается непророческих снов, правильно? Угу. А вот тут непонятно. Тут вообще нет идеи о пророческих снах. В том-то и дело, что вот это вот все идет на, да, в этом трактате Брахот, в общем-то, сплошняком. Вот все вот эти вот высказывания без комментариев идут сплошняком, и совершенно непонятно, что имеется в виду. Вот такие есть пророческие сны, нет пророческих снов, имеют они смысл, не имеют они смысла, они от Бога, они не от Бога, они там только вот в твоем сознании. Есть очень много разных мнений, это то, что я хочу показать на этом занятии, что на самом деле, да, мудрецы очень много, мудрецы разных поколений, земли Израиля, Вавилона, очень много об этом думали. И вот все вот это вот собрано на этих двух листах трактата Брахот. А как бы пытаться примирить все эти высказывания, мне кажется, в общем-то и бесполезно, потому что это высказывания разных мудрецов, разных поколений. Они могут действительно противоречить друг другу. Действительно, кто-то может думать, что пророческие сны есть, кто-то может думать, что их нет, там, кто-то думает, что их нужно толковать, и это имеет смысл, а кто-то, может быть, думает, что... вообще, да, сны ерунда, и никаких толкований не заслуживают. Я бы не стала воспринимать вот, да, все вот это вот, то, что мы читаем, как единый текст. Это не единый текст.
Ну как же вот бывают сны снятся, которые ты вообще не можешь понять, и потом через время, когда что-то происходит, этот сон тебе в сознание возвращается, ты его начинаешь понимать, почему он тебе приснился. Да, но тут интересно, в чем причинно-следственная связь. Вы вспоминаете этот сон, потому что он на самом деле что-то значил и потом сбылся, или у вас что-то произошло, и вы вспомнили, там, что да, случайно вам приснился какой-то сон, который время... с этим перекликается? Нет, он все время был, потому что он был настолько яркий, мощный и, как вы говорите, плохой. Значит, вы склоняетесь к тем мудрецам, которые говорят, что да, что сны — это не мекина, а зерно, и в них есть смысл, они могут посылаться с неба, да, есть такое... Я к тому, что вы говорите, что ну, это на подсознании, там человек думает, и у него... Я говорю, это вот они говорят. Ну да, ну что, поэтому ему снится. Иногда человек вообще об этом не думает, ему снятся вообще не он, а другие люди, с которыми что-то должно произойти, и это происходит. И поэтому, ну как это может... Да, я говорю, это одно из мнений, с ним можно не соглашаться, потому что, как мы видели, есть другие и довольно противоположные. Я хотела, Алина, я хотела сказать, что на самом деле мнение Рава вовсе не означает, что человеку снится только, так сказать, обыденные дневные впечатления. Можно это интерпретировать как даже в смысле пророческого сна. Просто пророчество, пророческий сон тоже будет оперировать символами, знакомыми человеку. Я говорю, что они здесь вообще не говорят про пророческий и непророческий сон. Их тут интересует другое. Они просто в другой плоскости сейчас обсуждают проблему. Да? Как именно возникает сон, да, вот эти образы, которые человек видит, откуда они берутся? Это не значит, что сон ничего не значит на самом деле. Да, действительно, спасибо. Это значит, что да, он может что-то означать, но он слеплен из того, что уже есть у человека в голове. Вот. Ну и тут дальше да, дается вот это вот самое психологическое упражнение в стиле Хаджана Средина. Сказал Кесарь, да, Цезарь, император римский, Раби Йошуа, сыну Раби Ханания, говорят о вас, евреях, что вы очень умны. Скажи-ка мне, что я увижу нынче во сне? Ну, понятно, что это он его подкалывает так, что вот умник. Сейчас я докажу тебе, что никакой ты не умник, что вы, евреи, вовсе не такие умные. Сказал ему Раби Йошуа, видишь ты, что пленили тебя персы и поработили тебя и заставили тебя пасти свиней золотым посохом. Думал Кесарь об этом целый день и ночью увидел это во сне, закономерно, да? Опять же, да? Не думай о белой обезьяне. О чем думал, то и есть. Но тут интересно, почему Раби Йошуа говорит ему именно такую вещь. То есть он мог сказать любую случайную вещь, там, не знаю, вот приснится себе золотая пальма. Но не факт, что если бы Кесарь думал целый день об этой золотой пальме, он бы увидел ее во сне. Раби Йошуа выбирает как бы больное место. Он говорит именно то, чего император боится, да, понятно, что, да, он боится, видимо, Раби Йошуа об этом знает, как мудрый человек, что император и так, в общем-то, все время, наверное, думает про эту самую войну с персами, о том, что они могут победить и его поработить. Вот, и он просто как бы добавляет немножко, да, чтобы он думал об этом еще сильнее, вот, усиленно. Вот, насчет свиней с золотым посохом, возможно, он специально добавляет вот этот, да, там, элемент какого-то такого вот символизма, который именно характерен для сна, а не для действительности, чтобы это было похоже на сон. Да? Как бы, поэтому ему в итоге императору именно это и снится. Вот. Да. Ну и теперь мы... Секунду, Алина, тут есть один участник, который не может говорить через микрофон, он написал в чате и попросил прочесть его сообщение, вопрос. Он говорит, Кроще его зовут, и что он спрашивал. Кто-то может посмотреть? Плохой сон настораживает. Да, вроде бы наверное, ответ на какой-то вопрос. Да, наверное, да. Но, в принципе, да,
Уважаемый участник, если вы хотите что-то спросить, то пишите, и мы будем за этим следить. Спасибо. Да, так что вы почитаете все-таки, что? Плохой сон настораживает. Нет. Спрашивали, почему лучше плохой. Это, видимо, был ответ на, да, на предыдущий. Да, он, нет, ну просто я неверно поняла. Он написал, что он не может говорить через микрофон, что просьба его читать. Но пока он сам не задал вопросы и не ответил, ну просто мы будем следить, если он что-то напишет, да, я задам вот. И сейчас мы переходим уже к тому, о чем несколько раз заговаривали, пытались заговорить, о толковании снов. Как мудрецы относятся к толкованию снов? И да, я назвала этот раздел «Сновидения следуют за устами». Это не общее мнение, но, как мы видим, самое распространенное. И здесь мы возвращаемся к самому первому высказыванию Рава Хизды. Сказал Рав Хизда: «Неистолкованный сон подобен непрочитанному посланию». О, то есть вот в этом высказывании Рав Хизда говорит, что да, сон – это послание. Во-первых, да, что сон – это послание. Во-вторых, что сон можно толковать. В-третьих, что пока его не истолковали, это непрочитанное послание. Что значит непрочитанное послание? Об этом вот мы узнаем из следующего отрывка. Рассказывают от имени Раби Банаа. Было в Иерусалиме 24 истолкователя снов. О, то есть мы видим, что это очень популярная была профессия, и действительно как бы в народе было принято считать, и в народе, и среди, наверное, большинства мудрецов, было принято считать, что сны надо толковать, что они имеют смысл, могут сбываться. И была профессия такая, толкователь снов. И вот было 24 толкователя снов. Однажды видел я сон и обратился за истолкованием ко всем этим людям. Один толковал так, а другой иначе, но все их истолкования осуществились со мной. В подтверждение сказанного все сновидения следуют за устами. Ага. Значит, с одной стороны, да, сны – это не ерунда, они могут сбыться. С другой стороны, что делает их не ерундой? Почему они могут сбыться? Вот по... Что следует из этого? Все очень просто, просто я знаю эту историю. Да, понятно. Мы... Нет, ну, так даже если не знать эту историю, вот мы сейчас ее прочитали. Как мы это понимаем? Все сновидения следуют за устами. Кто первый растолковал, тот... Не обязательно, кто первый, нет, он тут вот, он же по очереди обращался к 24, он, значит, ставил эксперимент, явно он ставил эксперимент на себе. Это было 24 разных толкования. Разных толкования, если, да. Если, допустим, третий и 21 рассказали одно, то уже бы сбылось не 24, а 23. Да, но они все говорили разное, да, 24 еврея, 24 мнения. Они все ему высказали разные толкования. И все эти 24 истолкования сбылись. Видимо, последовательно, я не знаю, вряд ли одновременно. Вот, то есть кто-то мог сказать, что этот сон очень хороший, и тебе это к деньгам. Кто-то мог сказать, этот сон очень плохой, это к тому, что тебя побьют в подворотне. Да? И так далее. И сбылось все, и хорошее, и плохое. Вопрос, за какое время сбылось? За всю его жизнь? А неважно, может быть, за 10 лет, этого мы не знаем. Главное, что все сбылось. Вот. Интересно этот вопрос задать еще в конце, потому что действительно, сколько времени можно ждать, пока сон сбудется, это совсем непростая. Интересный вопрос, но они его, кстати, не обсуждают. Не обсуждают, да, но в конце можно к нему вернуться, я думаю. Да. Но тут важно что? Что именно делает сон вещим? Не то, что он там дан свыше, да? Не то, что вот сон сам по себе, у него такая природа, вот приснился сон, и он, значит, вот то-то и то-то. Вот. А нет, пока человек какой-нибудь, человек, не тот, которому приснился сон, это очень важно, а именно посторонний человек не истолкует этот сон, сон не значит ровно ничего. То есть это как бы он есть в потенциале, его не активизировали. Такая неактивизированная программа. Как только человек какой-то вслух высказал, этот сон приснился тебе к тому-то и к тому-то, все, сон активизировался, и он сбудется именно так, как его истолковали.
если вы истолковали 20 раз, значит, все эти 20 толкований сбудутся. А то если... Там, сам по себе сон не значит ничего, значит только то, как его истолковали. А если человек, которому приснилось, и он это услышал, толкование, не воспринимает это? А неважно. Есть... А вот это уже с их точки зрения, это не имеет значения. Даже если он скажет, нет, мне это толкование не нравится, я с ним не согласен, по этому мнению, которое мы прочитали, а есть и другие, да, все, заднего хода нет. Как бы кнопка нажата, сон активизировался, да, такая кнопка называется «активизировать сон». Вот ее нажали, и все. Все это запустилось в реальность и постепенно, в конце концов, сбудется. Не, значит, не надо знать, кому сон рассказывать. Вот. Нет, так, тогда сказать, что надо знать, кому идти за толкованием. Нет, тогда да. Вообще очень просто. Если я проснулась с ощущением, что сон плохой, я просто вообще не попрошу его растолковывать. И все, пусть не активизируется. А если хороший, то пойду к 10. Отлично, именно так. Более того, есть даже более как бы сильно действующие средства по да, борьбе с плохими снами. Можно сделать из плохого сна хороший. И да, вот как раз сейчас мы про это и прочитаем. Секунду, я хотела сказать, Ирина, это может быть не очевидно. Потому что даже хороший сон, ты пойдешь его толковать, а тебе про него скажут, что он плохой. Запросто. Но если ты пойдешь толковать плохой сон к человеку, который его честно истолкует, что «а, тебе приснилось, что на тебя упал кирпич», это к тому, что на тебя упадет кирпич. Да? Вот к такому человеку лучше не ходить за толкованием. Да, и да. Вообще такой сон лучше от греха подальше и как бы... Но Мить, сам человек может истолковать. А вот нет, вот они говорят, что вот по этому мнению оно так не работает. Сам человек может толковать себе все, что угодно, и это... не активизирует эту кнопку. Ну, да? Практика показывает, что... Хоть смотрите, мы сейчас не про практику. Говорим. Мы сейчас говорим не про то, как на самом деле. Мы говорим про то, какие мнения есть в Талмуде. И с какими-то из них вы можете соглашаться, с какими-то нет. Вы можете не согласиться ни с одним из них. Мы сейчас обсуждаем текст. Вот по этому мнению, да, человек сам себе сон истолковать не может. Он, да, любой другой человек может ему его истолковать. И как ну, хорошо, истолковать? Если человек никому не говорил, а все равно оно избыл, оно исполнилось, то, что приснилось, то как же тогда быть с этим? Что мы сейчас... значит, надо принимать мнение других мудрецов, которые говорят по-другому. А, то есть по-другому говорят, понятно. Ну, конечно, есть очень много мнений. Мы закончили с Равхиздой. Мне кажется, тут еще профессия его очень важна. Да, он был да. большим богатым человеком, стал богатым благодаря продаже вина. То есть его спиртные напитки, мне кажется, и сон, они где-то рядышком. Ну, он же продажа вина, а не потребление. Наверное, пробовал иногда, что продают. Все может быть, все может быть. Ну, вообще сны снятся не только с пьяну, так что не знаю, связано ли это с этим. Окей, значит, теперь про то, что делать, если приснился плохой сон, как его превратить в хороший. Итак, да, кто видит экран, следите. Сказал Рабхуна бар Ами, сказал Раби Педат, сказал Раби Йоханан. Ну, цепочка мудрецов, да, один от имени другого, который от имени третьего. Тот, кто видел сон, ну, плохой, да, и душа его опечалена им, пусть пойдет и истолкует его перед тремя. Спрашивает Гемара, истолкует его? Но ведь сказал Равхизда, неистолкованный сон подобен непрочитанному посланию. Именно то, о чем мы сейчас говорили. Зачем же толковать плохой сон, то есть идти за толкованием плохого сна, если мы знаем, что пока его не истолковали, он ничего не значит, он не сбудется. Зачем рисковать? Но скажи так, исправит его перед тремя. А это такая особая процедура исправления сна. То есть мало того, что были... люди, которые профессионально толковали сны, видимо, это была очень распространенная процедура, и как бы эти толкователи знали, о чем идет речь. Они уже как бы знали кодовые слова, которые произнесет человек, который к ним придет за исправлением сна. Как это все происходит? Значит, вот приходит этот человек к этим к толкователям, к тремя толкователям, к трем толкователям. Он приведет трех человек, да, вот эти, как бы, да, эти три толкователя, это будут три человека, которые любят его, да, которые хотят ему добра.
То есть он пойдет не просто к каким-то случайным толкователям, а к трем своим друзьям хорошим. И скажет им: «Я видел хороший сон». Это, как мы видим, кодовая фраза. На самом деле это он видел плохой сон. Но он не может так говорить. Как только он скажет: «Я видел плохой сон», как бы это уже... Они же не могут уже ему сказать. Лошонское задание. А мне кажется, это просто лошонце генаор. Да, а мне кажется, что не просто. Это не просто, это не просто, когда мы говорим, что там, да, чтобы не говорить, что со мной случится что-то плохое, мы говорим, с моими врагами случится что-то плохое. Здесь нечто большее. Здесь, да, реально он не хочет запускать этот процесс. Не хочет высказывать вслух, что сон был плохим. Поэтому он говорит: «Я видел хороший сон». Но они все понимают и говорят, отвечают ему: «Хорош он и хорошим будет. Милосердный сделает его хорошим, семикратно определят тебе с неба, чтобы был он хорош и будет хорош». То есть такая формула. Они его даже не толкуют, он его даже не рассказывает. Обратите внимание, здесь даже нет толкования. Тут просто есть вот такая формула, которая говорит: этот сон, который тебе приснился, неважно, что ты видел, он хороший, и сбудется он хорошо. И это работает, по этому мнению, по мнению этих мудрецов, такая штука работает. Да. Пауза для того, чтобы, да, кто-то возмутился или наоборот. Есть какие-то мнения? Скажите, пожалуйста, я понимаю, что здесь мнений миллион, если не два. Но в итоге обычно споры мудрецов, там, Танаим и Амараим, они-то приводят к Аллахе. Какая у нас вот есть у нас реакция большинства? Нет. В случае со снами тут нету Аллахи, потому что это просто не аллахический вопрос. Это изначально вопрос агадический, он не связан ни с какими заповедями. Да, поэтому здесь никакой Аллахи быть не может. Это как бы действительно вопрос, который может остаться открытым, и тут могут быть разные мнения у разных мудрецов. Это не Аллаха, это Агада. Но это процедура исправления, как бы охорошения сна, это обычай, всего... это тоже не Аллаха. Она существует и сегодня, это не то, что когда-то. Она существует сегодня, но это как бы это не заповедь, это не Аллаха, это просто обычай. Кто-то может в него верить, кто-то может в него не верить. Это как бы ни к чему. Алина, тут есть вопрос. Тимофей спрашивает: встречал такое мнение со ссылкой на Талмуд, что отсутствие каких-либо снов в течение 30 дней — это не очень хороший знак, мол, человек уже настолько пропащий, что Творец к нему даже через сны не обращается. Есть такое, спрашиваю? Ну, есть и такое мнение, да, я его не стала приводить, потому что слишком много бы всего было. Да, одно из мнений, да, что, как бы, что не видеть сны – это нехорошо, и что действительно сны посылаются свыше. Да, это тоже в копилку разнообразных мнений. Вот. И здесь, если мы уже с вами говорим о том, что, да, вот, видимо, это мнение, оно было какое-то мейнстримное, да, о том, что сновидения следуют за устами. Мы видим, что есть профессия профессиональных толкователей, есть вот эта вот известная всем процедура исправления сна. То есть это было какое-то такое общее место, которое, да, все в это верили, что на самом деле, да, сон активизируется именно толкованием. И поэтому сам сон – это ничего страшного, но вот с его толкованием вслух надо быть очень аккуратным, потому что вот оно-то как раз и может сбыться. И в свете вот этого интересно посмотреть на известную нам всем историю Йосефа. Да? Если мы говорим про сны, ну, невозможно не вспомнить Йосефа, главного сновидца в Торе. История, я думаю, всем хорошо знакома, да, не нужно ее там как-то пересказывать, да? Знакома? Очень знакома. Да, да. Очень знакома, отлично. Отвечайте, да, желательно вслух, потому что я вас не вижу. Да, вот этот, мы сейчас говорим только о первых его снах, не тех, которые он толковал фараону или там до этого виночерпию и пекарю, а о тех снах, которые Йосеф видел сам, в которых началась его история. И мы попробуем посмотреть на эту историю и понять ее вот как бы в свете того, что мы сейчас знаем из Талмуда. Да? Потому что
понятно, что да, Тора там, она была раньше Талмуда, но тем не менее интересно, может быть, да, и во времена, когда Тора писалась, уже существовало это мнение, оно существовало в виде устной Торы, не было записано. Оно существовало, что сон следует за толкованием. И вот в свете этого понимания очень интересно посмотреть, что же делает Йосеф со своими братьями и за что они его ненавидят. А он делает очень такую тонкую и хитрую штуку. Значит, вот мы знаем, что да, увидели там братья, что отец любит Йосефа более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Они его ненавидят, потому что завидуют, да, ревнуют. И дальше Йосефу снится первый сон. И приснился Йосефу сон, рассказал он братьям своим, и они еще более возненавидели его. Да, если мы просто читаем этот текст, не в свете того, что мы сейчас говорим, то не очень понятно, почему они его вот здесь вот еще больше возненавидели. Мы даже не знаем еще, что именно он им рассказал. Сейчас мы к этому вернемся. Дальше он говорится, что именно он рассказал. И сказал он им, выслушайте сон, этот, который мне приснился. И дальше он говорит, там, снопы, мой сноп, там, да, ваши поклонились моему снопу. И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И еще более возненавидели его за сны его и за слова его. Скажите, сколько раз сказано, что братья его ненавидят, и почему каждый раз, на каждом этапе, за что они его ненавидят? Вот в свете нашего понимания природы сна. То есть что Йосеф делает? Он увидел сон, да, вот этот вот, про снопы. И если мы считаем, что Йосеф знает, что сон следует за толкованием, допустим, да? Что он делает? Нельзя кусаться. Что я не слышу? Он выбрал людей, которые его любят, то бишь братья. И во-первых, он выбрал... Рано утром и рассказал. Да, ведь ну, он, любят он или не любят, тут непонятно. Они его уже довольно-таки ненавидят. Они, да... Не первый раз его ненавидят, по-моему. Нет, они его до этого возненавидели. Еще до первого сна. Поскольку это сон неплохой, то ему же не надо исправлять сон. Ему не обязательно выбирать людей, которые его любят. Ему надо выбрать людей, которые ему его истолкуют так, как ему нужно, да? Так, как ему нравится. Он идет к братьям, а братья – люди прямодушные, да, простодушные. Они спонтанно говорят как бы то, что думают. То есть они совершенно спонтанно говорят, это ты что, видел, что ты будешь над нами царствовать? И тут же думают, ой, а что это мы сделали? А мы же сейчас вот своими, так сказать, руками и запустили этот механизм. Вот именно потому, что мы ему сказали, что он будет над нами царствовать, да, вот так этот сон сбудется. А мы же этого не хотим. И понятно, что они его возненавидели еще больше. Они его возненавидели за то, что он им рассказал этот сон, именно им, да, пришел к ним за толкованием, и он еще имеет наглость приходить к ним за толкованием, которое ему выгодно, а им нет. И они ему его дали, да, своими руками, своими устами. Вот. Понятно, что они относятся к нему из-за этого еще хуже, чем раньше. Кстати, можно сказать, теоретически да. Вполне можем предположить, что толкования здесь должны быть совсем другие, и легко. У второго сна... Какие угодно вообще. Какие нет, угодно никаких... Есть совершенно определенный мидраш про второй, например, сон, mm-hmm. что у него есть другое толкование, которое в мидраше приводится. Да, да. В том-то и дело, что сам сон-то сам по себе можно толковать вполне, как угодно. Не как угодно, а у него, мне кажется, вполне понятное толкование. Ребята, мы опять как бы забросили mm-hmm. то, что Ицхак начал это, обработку земли, то, что вообще, говорим, Бог хочет от нас, чтобы мы завладели землей, чтобы мы ее обрабатывали. Как можно завладеть землей? Обработкой, когда ты ходишь по ней туда-сюда, ты тем самым ее не по закону там еврейскому, да? Ты ее обрабатываешь, ты ей владеешь. И нам нужно выйти в поле, сажать, сжимать снопы и так далее. Это то, что надо. Это то, что я хочу вам... На что легко. Я вас хочу подвигнуть. Давайте легко, вместе со мной идти. Да. Они, конечно, могли да. бы понять это так. Но они это поняли не так и сами рассердились. Да. Да?
Но рассердились не на себя, а на Йосефа, что он их так подставил, он их поймал в эту ловушку. Он их использовал для того, чтобы получить вот такое вот толкование, которое им не нравится самим. Надо сказать, что Йосеф рисковал, если, да, по этому мнению идти. Они вполне могли бы... Ну, наверное, он хорошо знал своих братьев и их психологию. Алина, но да. Тут есть около 5 или 6, я не помню, доказательств того, что этот сон был уже изначально пророческий. По тексту видно. И то, что я помню, например, 7-й пасук. Видите, слово «гине» вот 3 раза. Да. Вот одно из доказательств и так далее. То есть это не доказательство, это толкование. Это разные вещи. Нет, смотрите, это не толкование, тексте, это слова. В тексте это слова нигде не сказано, что сон пророческий. Это нигде слова Йосефа, и мы можем сделать вывод, что этот сон пророческий. Сказал, мы можем сделать вывод, а можем его не делать. Да? Это не написано в тексте. Если бы в тексте было написано, и приснился Йосефу пророческий сон, вот тогда бы мы ничего уже не могли сделать. В тексте написано, что этот сон пророческий. Здесь этого не написано нигде. Здесь написано, приснился сон. Братья истолковали. Да, в конце он сбылся. Почему он сбылся? А может быть, из-за того, что его так истолковали, да? А где написано, что приснился пророческий? Где в Торе нет, написано? Нет, я говорю, что он не написан. Не в этом случае вообще. Ну, вообще очень много есть видений пророков там в разных пророческих книгах. Написано пророческое видение, да, пророческое. Конечно, и было там видение такого-то пророка. И дальше, ну, поэтому же я и спрашивала. Ирмеяху, как... Ишаяху, да, конечно, есть как очень много снов, которые просто написаны. У Авраама даже, да? У Авраама? Ну, там какой стул? У Авраама есть, да. Алина, а как вы относитесь к мнению Раву Шерки, что он говорит... Это была прерогатива евреев. То есть первый, сначала Авраам, ему снились сны, потом Ицхаку, потом Яакову с лестницей, потом Яаков передал свое умение сны сниться, передал Йосефу. Все, кто были вокруг Йосефа, в виде водочерпиев и так далее, они тоже стали, да? Да, возможно. Но только мне, евреи как, могли... Как я могу относиться к Раву Шерке? С большим уважением я отношусь к Раву Шерке. Но мы сейчас говорим в другом контексте просто. Да, но это совершенно другой контекст. Те мудрецы, которые привели вот эти, то, что сон идет за толкованием, они в курсе, я думаю, всех разных подходов, которые есть в объяснении к истории Йосефа. И весьма возможно, они согласились с Равом Шерки, безусловно. Но в рамках именно того подхода, о котором мы говорим, что они думали про Йосефа, да? Вот вполне понятно, да. Что они так представляли себе, что братья сами на себя наговорили. Да, то есть он их подставил, и они попались в эту ловушку. И за это возненавидели Йосефа еще больше. Но на этом история не кончается, потому что он видит второй сон. Но братья-то уже не дураки, да? Если он сейчас придет к ним со вторым сном, они уже, в общем, готовы к ловушке. Они, понятное дело, его просто, ну, может быть, даже и побьют. Поэтому кому он рассказывает второй сон? В первую очередь своему отцу. А первый сон он рассказал только братьям. Они еще были не готовы к ловушке, поэтому в нее попались. Второй сон он сказал отцу и потом уже братьям. И обратите внимание, братья молчат. Они уже опытные, умные. Они уже этот сон не толкуют. Но что делает Яков? Яков-то еще не знает, да, этого трюка Йосефа. И теперь уже Яков делает то же самое, что до этого братья. Он, да, толкует его таким же образом, что, да, придем я и твоя мать, и братья твои поклонятся тебе до земли. Там есть, кстати, еще в Брахот одно из высказываний про то, что вот в любом сне есть элемент мекины, да, часть зерно, а часть мекины. Говорят, что, ну вот, сон Йосефа был, конечно, зерном, да, он сам по себе много значил, но была в нем и мекина, потому что мать-то его была уже мертва к тому времени, а ему приснилось вот, что и солнце, и луна ему кланяются, то есть отец и мать. Но это в рамках другого подхода, но тоже про Йосефа. Вот. И заканчивается эта, да, история с этими двумя снами. И завидовали ему братья. Еще раз говорится. Да? Сначала говорится, возненавидели, еще раз возненавидели, еще раз возненавидели. В конце уже завидовали. Почему завидовали? Потому что отец своим толкованием признал легитимность этих самых претензий Йосефа на лидерство.
сам, да, братья-то второй раз уже молчали, а Яков сам истолковал сон в том смысле, что мы все тебе поклонимся. И да, понятно, что братьям это очень не понравилось. И они стали ему еще сильнее завидовать. Ну и что было дальше, мы знаем. Вот. Это... Да. У нас еще есть время или нет, Нахама? Я думаю, есть. Народ не расходится. Ему интересно, по-моему. Народ интересно? Да, да, интересно, конечно. Ага, тогда, ну, в принципе, как бы по теории это все, что я хотела рассказать. Вот все мнения, которые я хотела привести, я вам привела. Во-первых, можно сейчас высказываться еще, да, что-то вот по поводу услышанного, какие-то соображения высказывать. А если вы хотите еще, да, не хотите расходиться, у нас есть история такая уже в виде просто иллюстрации анекдота, я бы сказала, история о слишком жадном толкователе снов, которая приводится там же в трактате Брахот, именно как иллюстрация вот этого принципа, что сны следуют за толкованиями. Она просто забавная, она нам ничего не добавит в смысле там, понимания теории, но ее интересно почитать. Вот. Но до того, как мы ее почитаем, может быть, кто-то хочет... Скажите, а что современные большие мудрецы, типа Рава Хайма Каневского, такого уровня, Авадия Йосеф, которого уже нет, а что они говорят о снах? Вот интересное мнение современных мудрецов, а не 2000 лет назад. Вот я, к сожалению, не очень знаю. Я могу предположить, что там могут говорить сефардские авторитеты, там, не знаю, литовские авторитеты, хасидские авторитеты, но конкретно про каждого рава я, к сожалению, не знаю. Нахама, вы в курсе? Как бы я знаю общие тенденции, но не что конкретно какой раввин говорит. Да, можно бы поискать действительно. Я думаю, что как бы ничего нового по сравнению с тем, что есть в Талмуде, нет. То есть одни склоняются к одним мнениям, другие к другим, но вряд ли есть что-то еще помимо того, что мы сейчас с вами услышали. Ну, как бы так. Так наша традиция устроена. Ну, да. Скажите, а Маймонид про сны что-нибудь писал? Не помните? Он такой традиционалист. Он рационалист. Я не помню, чтобы он вообще писал про сны, хотя я, конечно, не читала всего Рамбама. Может, где-то что-то и писал, но я такого вот не встречала, не помню. Может быть, его этот вопрос не интересовал как рационалиста. Ну, там же есть еще такой способ, если плохой сон, то человек должен помолиться, сделать сдаку и... Да, помолиться – это всегда первое дело. Это вот то, что мы говорили про то, что когда снится и плохой раскает. Сон, это хорошо, да, почему есть, это хорошо? Есть еще пост. Если побуждает человека к исправлению, к молитве, к сдаке и так далее. Да, пост еще для сна. Есть пост, еще пост. Да. Даже разрешается в субботу поститься до такой степени. Видимо, когда у человека очень плохо на душе, и он вообще не может дальше как бы нормально функционировать, то такое сильное средство, как пост, оно да. Написано, Нехама, что не устраивают субботу, кроме тех случаев, когда человек видит во сне сожженный свиток Торы или Йом-Кипур, час завершающей молитвы, и крышу своего дома, которая обваливается. Да, да, есть такое, спасибо. Или выпали зубы. Тимофей, я видела, поднял руку. Да, если можно, такой вопрос. Верно ли, что пророки получали пророчество, ну, за исключением Маше, которое в любое время суток мог его получить, что пророки только во сне получали свое пророчество? Вот Ишая, в частности. Да, да. Это известно, что только Моше говорил с Богом, как говорится, по ним или по ним, лицо к лицу, а все остальные пророки получали пророчество через сны или видение. Что такое видение, чем оно отличается от сна, это не очень понятно, но в любом случае, это какие-то образы, это не в виде, да, там, прямой речи, направленной к пророку, а через какие-то образы. То есть информация пропускалась через сознание пророка, а не поступала к нему напрямую. Понятно, спасибо. Ну, наверное, сложные вопросы, да? Вот тот же Ор ха-Хаим ха-Кадош, он говорит, почему указали возраст Йосефа 17 лет? Только потому указали возраст Йосефа 17 лет, что нужно ждать 22 года
после толкования хорошего сна. Вы не помните на эту тоже тему? Мнение, да. Дима, но... ты уверен, что нужно обязательно? Или что он хотел сказать не больше 22 лет? Да, вряд ли не меньше, скорее не больше, да. Потому что может, мы знаем да. случаи, ты, когда сны сбываются и сразу, да, и в том же Талмуде. Но не отчаивайся, жди не меньше 22 лет, вот видишь, Йосеф 22 года ждал. Да, ждал и дождался, да. Алина, ну вот вы изучили два листа Талмуда, а что лично вы делаете, если вам приснился плохой сон? Мне кажется, что это интересно присутствующим. Я, во-первых, мне вообще очень редко снятся сны, если честно, и я не помню, чтобы мне снился вот какой-то откровенно плохой сон, может быть, когда-то очень давно. Для меня это просто скорее теоретический вопрос, чем практический. Ну, наверное, можно еще скорее вопрос? Всего, как бы я отреагировала, да, я бы, наверное, постаралась. Никогда не лишнее сделать хешбон нефиш, да, в любом случае. И можно использовать плохой сон в качестве повода для того, чтобы лишний раз посмотреть на свои поступки, на свои мысли и что-то исправить. А насколько это действительно как бы в реальности имеет смысл, это уже не так важно, мне кажется. А можно мысль, которая мне пришла в голову в связи с тем, что я считала какие-то из своих снов плохие? Ну, очень много всяких притч, что мы на событийном уровне воспринимаем какое-то произошедшее с нами событие очень плохо, как очень плохое, а на самом деле оно предотвращает нас от чего-то более худшего. Может быть, также и со сном я вижу, что будет плохо, но глобально... Это да вообще, что такое плохо, это вопрос тоже философский. Да. То, что нам кажется плохо в какой-то дальней перспективе, если смотреть да, вне времени и в заднем числом и в перспективе всей человеческой жизни, может быть, это на самом деле было неплохо. И наоборот, то, что мы считали каким-то чем-то очень хорошим, на самом деле, да, уже... Да-да, я о том же, да, что вот есть возможность, мы туда побежали, там, а например, да, то, что бежать. Там плохо, например, там меня куда-то не взяли, там на какую-то программу, на какую-то должность. У меня так было несколько раз в жизни, и потом оказывалось, что это все было к лучшему на самом деле. Можно еще вопрос? Да. Да, спасибо, прошу прощения. Наверное, не совсем еврейская практика, что сейчас назову, но тем не менее такое явление имеет место быть, поэтому почему бы не спросить. Вот управление снами каким-то образом настроиться на то, чтобы приснулся нужный сон, чтобы ты контролировал себя во время сна. Вот что об этом можно сказать, как к этому относиться? Ну, в Талмуде об этом ничего. Вот кроме того, что если очень усиленно, как мы видели, если очень усиленно думать днем о чем-то, да, то оно ночью приснится. Да, есть такое мнение. Но, наверное, это работает тоже не всегда и не на 100%. И там вот в той истории, которую мы читали, мудрец просто хорошо знал психологию и да, использовал именно то, о чем этот император и без того думал. Но да, как бы, да, вот мы видели, что есть такое мнение, что если хорошо настроиться на что-то, то оно вполне может присниться. Нет, ну в Талмуде нет, но каббалисты эту тему разрабатывают. В Талмуде есть. От и до. Сейчас и видели. Если да, мальчик... ну, давайте каббалу я предпочитаю не трогать. Это да? тема... Просто это по каббале не ко мне. Тема слова, она каббалистическая, поймите. Мне кажется, тут... Если вы хотите про сны больше узнать, то надо читать со времен Аризаля, вот этих мудрецов Торы, которые очень тесно... И там будет море информации. Да, там море информации. Это просто выходит за рамки нашей сегодняшней встречи. Отход ко сну влияет на то, что приснится сон или нет? С какой-то точки зрения, опять же. Смотрите, я же сейчас вам... Например. Я просто вам говорю, какие точки зрения есть в Талмуде. Да, вы спрашиваете, что я про это думаю? Да, практически вот современные подходы, как человек не досыпает там все время, у него сны не снятся, у него нет связи, как 1/60 пророчество и так далее. То есть он себя что-то у себя как ущерб наносит, да? То есть, ну, может быть. Отход ко сну или нет. Есть мудрецы, которые действительно
мало спали, но тем не менее, наверное, себя хорошо чувствовали. Рамбам, наоборот, против, что надо высыпаться. Правильно, Дима? Ну, Рамбам врач, да, ему вот. Билинский Галон почти вообще не спал. То есть, ну тут... да, есть люди, которым меньше надо спать, и они при этом хорошо спят. Пророческие сны, точнее, вещие сны, они все-таки утром, правильно я понимаю? Сняться. Прям ну, вот то, что я написал. Тоже, по одному из мнений, да. Тоже, смотрите, предмет темный, загадочный. Единого мнения нет и быть не может. И природа сна и в современной науке не разгадана. И, как мы видим, и среди мудрецов Талмуда были очень разные мнения на эту тему. И среди более поздних мудрецов тоже нет единого мнения. Поэтому говорить однозначно там, вещи сон снится тогда-то, или для того, чтобы он приснился, надо то-то и то-то, или вообще там, что вот там сон, который мне приснился, он 100% вещи. Ни одно из этих высказываний не может быть правдивым, потому что очень-очень тонкие материи. Я хотел возразить Раву Шерки, но, к сожалению, не стал этого делать. Когда он говорил, что сны снились только евреям, откопали буквально лет 10 назад где-то папирус большой, египетский, и он, конечно, не совсем остался в хорошем виде, но тем не менее, там было, по-моему, около 300 или 400 снов, треть из них были плохие, а остальные хорошие. Идет расшифровка, если вам приснилось А, то будет Б. Если при... Это в Древнем Египте такими. Разумеется. Я, кстати говоря, не затронула это. Вот в Талмуде оно тоже на самом деле есть. Если хотите, я могу прочитать. Это еще одно мнение. Я вас просто не хотела шокировать. В Талмуде есть совершенно вот в таком же стиле, да, как в Египте, вот в тех папирусах, о которых вы говорите, есть такой совершенно сонник. Вот, сонник, да, просто я настоящий узнать, сонник. Кстати. Есть и такое мнение тоже, да. Кстати, хорошо, что вы мне напомнили, я об этом вот забыла сказать. Да, мы тут видели всякие другие мнения, там сны за толкованием, там психология, то все, вещи и не вещи. А есть на самом деле просто обычный классический сонник, который тоже приведен в Талмуде на тех же листах, да, рядом со всем остальным, что мы видели. Вот, например, я вам несколько прочитаю. Сказал Раби Зейра: тыква, сердцевина молодого побега пальмы, воск и тростник — все они очень хороши во сне. Тот, кто видел во сне виноград, если белый, то и в сезон его, и не в сезон – это хороший знак, а если черный, то в сезон – это хороший знак, а не в сезон – плохой. Вот прям вот до таких мелочей расписано. А про мед ничего не говорят? Может, что-то и говорят, я не знаю, я не все выписала. Тот, кто видел во сне белого коня, идет ли конь ровно или скачет, это хороший знак. Рыжего коня, если идет ровно, это хороший знак, а если скачет, плохой. Ну и так далее. Там очень, да, целые там несколько страниц посвящены вот этому всему. Как к этому относиться, вот честно, я не знаю. Я это комментировать не буду, потому что, ну, мне намного ближе всякие более психологические трактовки, даже то, что там сны идут за толкованием, да? Потому что вот просто вот увидел во сне коня, там, такого-то это хорошо, а такого-то плохо, мне это кажется немножко абсурдным. Но да, это было очень распространено и в древнем мире, и не только в еврейском. Это явно что-то заимствованное, это не еврейская идея, эти сонники. Ну и в современном мире тоже мы знаем, что многие в это верят, и сонники до сих пор на книжных, да, в книжных магазинах продаются. Вот. И, но в этом, почему я не стала даже этого приводить, потому что я не вижу в этом ничего специфически еврейского. Это явно какое-то общее место, которое вот во всех народах эта традиция существовала издревно, и как бы ничем оно не отличается в Талмуде и в этих египетских папирусах. Ну а почему тогда говорят одно 60-е пророчество? Ну вот мы об этом говорили, там про, да, про соотношение зерна и мекины, когда мы говорили, что да, в любом сне, возможно, есть что-то, что-то пророческое, не изу... а что-то непророческое. Плохо изученная тема, сны. Это не может быть хорошо изученной темой, потому что... Мне кажется, когда изучаешь, оно и дается тебе. Когда не изучаешь чего-то, то оно закрыто. Мне вот кажется, с историей с Йосефом очень... Так параллель просматривается, да, и в нынешнем мире есть такой, да, вот эксперимент, код Шрёдингера. То есть, если нет наблюдателя,
то кот одновременно и жив, и мертв. Да-да-да. Так и здесь. То есть и сон нас, если есть, то мы ищем наблюдателя, который как бы его истолкует, либо он жив, либо он мертв. Да, и мне тут еще вспоминается, да, мне вспоминается еще тут в этой связи мидраш про того вавого, наверняка вы его знаете, да, что это Раши, не мидраш, это комментарий Раши, что первый человек, Адам, был необходим миру как первый наблюдатель. То есть пока Адам не увидел этот мир, как бы этот мир не активизировался, даже при том, что он уже существовал, его как бы не было. Вот, то есть, да, нужен человек и человеческий взгляд, и человеческое слово в данном случае для того, чтобы вывести что-то из потенциала в реальность. Ну что, будем читать о слишком жадном толкователе снов? Или уже разойдемся? Я за, если народ... Давайте уже закончим. Давайте, да. Будем читать. Конец это... Но это не... Ты определяешь это как анекдот, а, по-моему, это трагическая история. Трагический анекдот. Но с элементами юмора. Там, на самом деле, там... Понятно, согласна, это к вопросу юмор в Талмуде. Вот это совершенно очевидный юмор в Талмуде. Это именно анекдот. Он с трагическим... Ну, почему с трагическим концом? Там порок наказан, да, злодей потерпел поражение. Вот, но... Но Раву совершенно непонятно, за что. Раву плохо, да. Ну, понятно, что, да, история... История, ну, все равно анекдотическая. Не будем уже ее там комментировать, просто прочитаем. Бар Гедия был толкователем снов, профессиональным, как мы знаем. Тому, кто платил ему, толковал он во благо, а тому, кто не платил, толковал во зло. Ну, очень просто. Как бы он знает, что сон идет за толкованием. Все зависит от него. Ему заплатили, он сделал сон хороший. Абая и Рава видели одинаковый сон. Ну, там не сказано одинаковый, это да, в комментариях сказано. Абая дал ему, то есть этому Бар-Гедье, Зуз, а Рава денег не дал. Сказали они ему, ну, видимо, они не вместе пришли, а скорее все-таки по отдельности, по очереди, но рассказали один и тот же сон. Сказали они ему, видели мы гранатовое дерево, растущее из бочки. Сказал он, то есть толкователь Абая, дорогим будет твой товар, как гранат. Да, Абая ему заплатил. А Раве он же сказал, кислой будет торговля твоя, как гранат. Понятно. Вот. И да, но оба толкования, понятное дело, сбылись. Действительно. Абая было хорошо, а Раве было плохо. И дальше, значит, я не буду да, приводить, там приводится еще много случаев, когда вот Абая и Рава видят одинаковые сны, и каждый раз, значит, они идут к этому Бар-Гедье, и Рава явно проводил какой-то эксперимент. Я не знаю, на что он надеялся, потому что каждый раз Абая платит, Рава не платит, получает плохое толкование, и с ним там постоянно случаются всякие, да, с Абаей случаются хорошие вещи, с Равой постоянно случаются какие-то гадости. Вот, и в конце концов Рава пришел к нему один, да, уже без Абая, сказал ему, видел я две головки репы. Не заплатил, опять же, да, почему-то. Ответил ему, этот толкователь, два удара палкой получишь. Вот тут анекдот. Пошел тогда Рава и сидел целый день в доме учения. Да, зачем он сидел в доме учения? Потому что он подумал, что ну, в доме учения он точно палкой не получит. Надо просто пересидеть. Он явно проводит эксперимент на себе, такой научный эксперимент, как, знаете, там себе какую-нибудь болезнь там страшную прививали, чтобы посмотреть, что будет. Вот он проводит эксперимент, а что будет, как можно победить этого самого толкователя снов? Как можно сделать так, чтобы этот все-таки и не заплатить ему, и при этом плохой сон не сбылся? Вот он сидит целый день в доме учения, чтобы уж точно его никто не побил. Но в конце концов ему надо идти домой. И вот по пути домой он встретил двух дравшихся слепых. Опять же, никто за ним с палкой не гонится. Попытался Рава разнять их, и оба они ударили его по разу. Опа, сон сбылся. Замахнулись, чтобы еще его ударить, и сказал он, хватит с меня, видел я во сне только две головки репы. Да? Мне было предсказано, что я два удара палкой получу, больше не надо. Вот. То есть там убедился на своем опыте, что не победить никак. Если толкование запущено, то оно сбудется, вот, что бы то ни было. Вот. Дальше там всякая печальная история, потому что у него там
общем, случается очень много у Равы всяких несчастий в результате этих толкований. В том числе умирает его жена, которая была дочерью Равахизды, кстати. И, в общем, в конце концов ему это надоело, он пришел Рава и заплатил ему. И сказал ему, он заплатил ему и рассказал очередной сон. Сказал ему: «Зачитали мне во сне Галель». Ответил ему: «Чудо с тобой случится». Уже хороший сон, то есть хорошее толкование выдал. А плыли они тогда вместе в лодке. И подумал Баргедья: «А зачем мне быть рядом с человеком, с которым случится чудо?» Ну, то есть, да, понятно, плыть в лодке вообще, плыть там по морю, по реке – это опасно. Это считалось в Талмуде делом, после которого нужно читать Берката Гомель, благословение об избавлении от опасности. И Баргеди логично думает, что да, ему-то я предсказал, что с ним чудо случится. То есть, если лодка перевернется, он-то спасется, а со мной-то чудо не случится, я-то не спасусь, лучше я не буду с ним в лодке плыть. И причалил к берегу. И когда выходил он на берег, выпала у него книга, нашел ее Рава и увидел, что написано в ней: «Все сновидения следуют за устами». Ага, то есть раньше он, оказывается, этого не знал. Это интересный поворот сюжета. Мы могли бы подумать, что он специально испытывает судьбу, но нет, он-то был честным человеком, Рава. Он не знал, что все сновидения следуют за устами. Он считал, что толкование не зависит от толкователя, а зависит от сна. А вот теперь он об этом узнал. И понял, кто виноват во всех его бедах. Да, что все эти беды сваливались на него не объективно, не потому что ему сон плохой приснился, а потому что этот самый Баргедья эти сны ему так истолковал. А мог бы истолковать по-другому. И сказал Рава, обращаясь к Баргедье: «Злодей, из-за тебя сбылись мои сны, и это ты причинил мне столько страданий. За все бы я простил тебя, но не за дочь Равахизды», то есть за жену Равы, которая умерла в результате одного из толкований. «Да будет угодно Господу, чтобы предан был этот человек в руки царства, и чтобы не сжалились над ним». Ну и дальше, да, это было преступление, следующая часть — наказание. Дальше, значит, понятно, что проклятие мудреца действует не хуже, чем толкование снов. Оно сбывается. И Баргедья это знает. Вот. И он тут думает, что да, проклятие Равы, мудреца, которое он справедливо на меня наложил, оно наверняка сбудется. И он подумал: пойду-ка я в изгнание. Ведь говорится: вбирайте, изгнание искупает грех. То есть он не пытается убежать, там, да, как Йона там тоже, не пытается убежать от Бога. Ну, он понимает, Баргедья, что от проклятия мудреца убежать в другое место невозможно. Но он думает, что если я сам на себя навлеку какие-то страдания, например, да, изгнание, то этого уже будет достаточно, и, возможно, тогда ничего более худшего там со мной не случится. Встал, ушел к римлянам. Сел он там у входа в дом начальника плотейной палаты царя, увидел начальник плотейной палаты сон. Да, и, видимо, они знали, что этот человек, он профессиональный, этот Баргедья, что он профессиональный толкователь. Поэтому он пришел к нему и сказал ему: «Видел я во сне, что уколол я два пальца иголкой». Ответил ему Баргедья: «Дай мне ЗУС». А он профессионал, он даром не работает. Тот не заплатил и не сказал ему ничего Баргедья. Он уже, да, осторожный, он уже тем, кто ему не платит, не говорит плохих толкований, но он просто не говорит: «Я даром не работаю, никак тебе не истолкую». А в другой раз начальник плотейной палаты сказал ему: «Видел я во сне, что черви едят два моих пальца». Ответил ему: «Дай мне ЗУС». Тот не заплатил и не сказал ему ничего Баргедья. Опять. В другой раз начальник плотейной палаты сказал ему: «Видел я во сне, что черви едят всю мою руку». И тут уже Баргедья не выдержал и решил поработать даром. И ответил ему: «Зачервивили все наряды царя». Вот. И как только он это сказал, он запустил, естественно, эту реальность. Услышали о том при дворе, привели начальника плотейной палаты. И когда казнили его, да, то есть что случилось? На самом деле зачервивили наряды царя. Да, и этого самого начальника плотейной палаты решили казнить за это. А он им говорит: «Меня-то за что? Приведите сюда того, кто знал и не сообщил».
То есть он-то не знает, что сны следуют за толкованием. Он считал, что этот Баргедия все это время знал, что наряды царя гниют, и ничего об этом не сказал, а мог бы предотвратить. Да? То есть он не думает, что он запустил эту реальность, он думает, что он ничего как бы знал про эту реальность, но не предупредил. Привели Баргедию, сказали ему, из-за твоего зуза пропали наряды царя. Связали веревкой два дерева, привязали одну ногу к одному, другую к другому, отпустили веревку. В общем, и был он разорван на две части. Вот, порок наказан. Такая история. Вопросы? Мне кажется, что тут как раз как-то работает меда кинагит меда, очень похоже. Да, разумеется, разумеется. Он говорил кому-то плохое, и в результате и раб верил, и это сбывалось. Так же и тут раб его проклял. Вот он, да, он поверил, и это сбылось, да. А с другой стороны, еще тут есть на самом деле интересная идея, что он решил искупить как-то свою вину, изгнание, но при этом он не раскаялся в своем поведении. На самом деле, абсолютно, да. То есть он как бы технически думает, вот что мне сделать, чтобы до меня это проклятие не... На мне оно не сбылось. А вот да, а я себе сделаю как бы, что мне уже плохо. Да? Вот сам себя вот отправлю. Да, но если бы это изгнание на него повлияло в хорошую сторону, он бы ему сон толковал. Возможно, если бы он раскаялся, там, попросил у Равы прощения, перестал в конце концов жадничать. Да? Тут же он нет, продолжает даже, же заниматься тем же самым. Явно видно, что не только что он не просил прощения, но он еще продолжает вести себя так же. Если бы он тому самому человеку сказал, тебе, у меня там два пальца уколол, это тебе там богатство, не знаю. Потому что... Ну да, конечно. Нет, так он здесь, ничего он все-таки частично чего он совершил? Потому что он бы мог ему, опять же, как он делал Раве, да, а ты мне не дал денег, я тебе скажу какую-нибудь гадость. А он тут молчит, он никакую гадость упорно не говорит, он просто отказывается работать бесплатно. Он не может не сказать гадость, он в конце сказал же ее. В конце вот. Не выдержал, да, потому что природа сильнее. Спасибо, очень здорово. Но ведь как же тогда три ключа в руки святого, которые не переданы посланнику? Как еще же тогда... Раз, алло, слышно? Да. Ну, Рабби Йоханан говорил, три ключа в руке святого, угу, которые не были переданы посланнику. Это ключ дождя, ключ к рождению, ключ к воскрешению мертвых. Мне поражает, что не по толкованию умерла, не из-за толкования, вернее, умерла жена этого Рава. Там сон тоже. Сложный механизм. Возможно, она бы и так умерла. Может быть, она бы умерла в другой момент и по-другому. И кто его знает? Вот здесь как бы другое мнение включается. В этой истории мир устроен так, что толкование сна запускают реальность. Вот. Алина, я реально хочу сказать, что действительно она не скоро умерла. Потому Может что быть, не сразу, да. Есть еще история про, если вы помните, про Рава Абая. После того, как умер Абая, и Хума, то есть жена Абая, пришла к Раву там просить у него какой-то самый, и тогда еще дочка Рафхизда жива, потому что она потом гонится за этой Хумой и ее ругает. То есть прошло довольно много времени. Да, да. Но, опять же, то, что происходит, воспринимается как реализация этого толкования. Тут неизвестно, что на что влияет. Это такой немножко левиатан, да, такой замкнутый круг. Где следствие, а где причина, не очень понятно. Но на самом деле, в конце этой истории, это, безусловно, как бы явно смотрится, как он сам на себя навлек такую неприятность. Ну, это да. Если бы он сказал... Даже, допустим, сны не имели никакого отношения к реальности. Просто вот это угол, под которым можно видеть его. А может быть, реальность совершенно во снах не отражается. Но в той ситуации, если бы он сказал, что ты там порежешь палец себе, и он быстро заживет, а потом зачервили действительно бы... одежды царя, никто бы это с ним не связал. Конечно, ему бы ничего за это не было, понятное дело. Да. Да. Так ну что вот, я думаю, очень... что мы приблизились к концу, если нет больше никаких высказываний и мыслей.
Ну как, мысли есть, вопросы мысли есть, но времени нет. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо, всего доброго. А планируется еще подобные вещи? Нет? Мы еще планируем интересные лекции другие и будем оповещать всех по мере. Спасибо большое. Да. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Окей. Всем счастливо. До свидания. Хорошего праздника. Спасибо, Полина. Спасибо, Наталья. Всем гмар хатиматова. До свидания.